что же они из Верги делают? Ну просто вот все, да. Ой, ты люд ростовский! Ты послушай меня, Алешу, сына попа соборного! Да коли ж нам, людям русским, терпеть супостата недоброго! Защитим жен да детей своих! Постоим за землю русскую! Ты, если что конкретно предложить хочешь, так говори! А ежели так языком чешешь, то слазь с бочки! Не дури людям головы! Тихо!